В эфире. Привет, дорогие родственники. Мои единственные неповторимые родственники на планете Земля. Вот. На других планетах мы еще не живем, а на эту. Это надо как-то беречь, дружить и общаться. И слава Богу, у нас такая возможность есть. Увидела Регина, блоканула. Наталья Сидорская. Сидорская. Сейчас у нас тут немножко заминочка, извините. У нас первый раз эксперимент. Мы ведем одновременно трансляцию на Facebook и ВКонтакте. Поэтому у нас сегодня аудитория больше. Александра, которая не осталась у турков, сегодня с нами. Вот. Мария из Перми, Горбач. Я все время ударение неправильно ставил. Правильно, Горбач, да? Вот так, сейчас. Ну, сигнализировать, как нас там видно. Похоже, Мара, это самое. Александра Смирнова, Мария, да. Горбач, Лариса, да, Горбач. Картузова, Витек Райчук. Пошло-поехало. Она с нами, да. Каждый раз я пою какую-то для вас, дорогие, какую-то песню, одну единственную песню. Вот. Сегодня наступила очередь песни «Важное дело». Вот такое, какое-то осеннее настроение. Встретил на днях скворца, который был одноногий на Петропавловке и выискивал себе какой-то протеин среди листвы, которую уже однажды покрыла снегом, сегодня все растаяло. В общем, не улетел он на юга. Не улетел, будет зимовать вместе с нами. И поэтому вспомнилась какая-то у меня еще осенняя песня, неисполненная. Вспомнилась песня «Важное дело». В этой песне такое... Хорошая судьба у нее. У нее хорошая судьба. Это она была написана в те времена, когда мне еще тридцатника-то не было. И к ней приложил руку, делали мы ее со Славой Геращенко, скрипачом. Делали мы ее с Наташей Васиневой, флейтисткой, с Машей Бессоновой, тоже скрипачом. Мало того, эта песня была написана на студии, записана в студии Тротила, конечно. Что-то, какие-то замашки у меня появляются странные. Отвратили, подумал. Подсознательное что-то, понимаете, да? Многие меня поймут, почему. Вот. На студии Тропила была записана эта песня во время записи альбома Рикшана. И спонсорами этой записи стали Николай Корзинин, уже с нами не живущий, и Никита Зайцев. Для тех, кто не знает, Никита Зайцев – это музыкант группы ДДТ, а Коля Корзинин – это музыкант и нашей группы тогда, СПВБ, и группы «Колокол» своей, и группы Санкт-Петербурга Кшановской. Вот такая история была. Но в таком варианте, песня номер 21, она не исполнилась. Поэтому, если меня хорошо слышите, вот... Присоединились к нам Алекс Лисовский, Михаил Офицеров, Елена Прудникова, Самый Умный, Ольга Заславская, Наталья Шуварська, Вадим Вайнер, Ефим Вайнер, Лариса Картузова. Привет. Да, я должен еще отметить, Америка, Украина, что сегодня... Лариса Картузова чуть не опоздала в Киеве-то 20:00. Да, уж такое дело. Я должен сказать, что в Германии там сколько, не знаю сколько, но видишь, Алекс Лисовский не опоздал. У него сегодня день рождения. Я думаю, что он уже, так сказать, принял рюмку чая. Виктор Николаев смотрит. Вот. Угу. Это с нами. Кайфа с нами, да. Кайфа с нами. Ефим Вайнер, Хьюстон вас видит и слышит. Привет. Итак, мы сердечно поздравляем Алекса Лисовского и с прошедшим днем Геннадия Деменского. Вот. И песня под названием «Важное дело». Thank you.
ботаническом саду. Я промокший, я приду. Это осенний успех. Осень писала на всех. Мокнут травы и цветы, и бандиты, и менты. У меня есть важное дело. Я пытаюсь тебя не вспоминать. Важное дело. Не вспоминать. А между делом там и тут люди золото гребут. Лисья вертится лотом. Долбит дождь, когда лотом. Только шелест, только свист. Матерится тракторист. У меня есть важное дело. Я пытаюсь тебя не вспоминать. Важное дело. Не дети бегают гурьбой, за училкой молодой, с экибанами в руках, с пятаками в дневниках. Ветер дерево скосил, это ж надо, столько сил. У меня есть важное дело, я пытаюсь тебя не вспоминать. Важное дело. Пока я пел эту песню, заодно вспомнил, что на нее ныне германский житель Михаил Миша Зельдин снял клип. И в этом клипе снялся и Коля Корзинин, и Наташа Крусанова. Снялась, в общем, половина тогдашнего петербургского андеграунда. В этом поучаствовала, в записи поучаствовал когда-то самделишный пра-пра-пра внук Федоровича Михайловича Достоевского, да, Леша, и его теперешняя супруга Наташа Васенева, которая играла на флейте, и теперь она тоже Достоевская, и вот она ему нашлепала всяких девочек, потом и мальчика, то есть у Достоевского в Петербурге. Сейчас как бы род и фамилия продолжается. Нам присоединились, пока ты тут пел, Рем Релею, Ирина Харченко, Николай Полозов, Полина Башинова, Влад Яковлев, Нина Штукатурова, Геннадий Тимеев, Наташа Таран, Сергей Тарасов, Алена Блинова. Владимир Кучеренко. Самый умный пишет, что ты как соловей. Да?
А он самый умный, он знает. Ну да, он если умный, сказал, так это естественно. Алекс Лисовский, браво, маэстро. Да, ну. Михаил Офицеров, спасибо. Полина Башинова, привет передает. Спасибо. Друзья, спасибо за привет. Спасибо за то, что вы находитесь с нами. Сейчас мы отключимся, но вы будете ходить с нами. Значит, режиссер и оператор эфира, это, естественно, Елена Пинчук. Вот. И не забывайте, что приближается юбилей Михаила у нас. Да. 20 декабря. Кому мы ждем всех, кто сможет. К тому, кому прийти. Посчастливится быть в Петербурге, ждем в ДК «Газа». Мест там достаточно. Ценовая политика у нас от 300 рублей до 2500. Вот, поэтому и тот, у кого большие деньги есть, который хочет вложить большие деньги в дело культуры, и у тех, кого вообще денег нет, может вложить символические и попасть на наш концерт-спектакль под названием «Зорко лишь сердце». Но вы понимаете, что это же «Маленький принц», но я думаю, надеюсь, что многие понимают, зачем он так назван. Вот. Ну и вот на этой замечательной ноте я с вами сегодня прощаюсь. Мы с Леной прощаемся с вами сегодня. И до следующей песни 21. Ну, всем пока. Пока, дорогие. Пока. Не забывайте лайкать и перепощивать. Завершить. Да. Наверное, не все еще сказал. Да, он тормозит меня. Хорошо. Пока.